Всем привет, друзья! Дошел я к кроликам. Поубирали под клетками. Там. В моих вот этих ячеечках. Ну, будет небольшой взрывчик, что на заднем плане шумит немного, но это работает дробилка. Поехал, купил 200 килограмм пшеницы. Есть у меня там чуть-чуть мешок. Сейчас дроблю поросятам. Вот эта вот девочка, одна из самых моих стареньких, что осталось, не кроется. Это та, что долго не перепокрывалась. Но есть у нее выводок, не знаю. Сейчас еще пускаю к самцу. Садок нет, еще немного побудет. Когда подрастут кролики под ней. Давайте уже подряд. А подрастут они тогда. Не когда подрастут, а когда дойдут руки их убирать. Они уже так крупненькие. Сегодня убрали двоих свиней. Мясо как бы и есть. Я вспышку включу. Когда они вот еще побудут немного. Когда малышня подрастет, где-то через месяц можно этих будет постепенно убирать клетка за клеткой. Да, кролики. Ну, а пока сидят здесь на откорме. И тогда, наверное, паровозом пойдет и это. Ну ничего, не поделаешь, ребят. Это жизнь. Видно, кто-то крупнее, кто-то поменьше. Может, уберем тех, кто крупнее, через 2 недели тех, кто поменьше. Так будем корректировать. Кроликов. Раз в 2 недельки будет забой. Да, Сеня. Так, Сеня надо будет скоро менять, потому что если я буду оставлять ремонтных девок, это уже по нем. То есть Сеню надо будет убирать, идти. Точнее, не идти, а начинать искать ближе к концу осени ему замену. Так, здесь, ребят. Вот, малышня разлазится уже. Глазки начинают открывать. То есть все хорошо. Было 2 окрола одновременно. Такое вот тут. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Бежи, не знаю, сколько их штук. Посчитайте. Малыши, все твои? Я не знаю, это агрессивная или не агрессивная. Вроде не агрессивная, не замечал. Ну, да. Да. Фокус пропал. Вот. Наблюдай, наблюдай. Идем дальше. Здесь, ребят, тоже кучка на откорме. Тоже такие упитанные, уже хорошие. И бы, конечно, рассадить. Ну ничего, пускай сидят. У меня в такой клетке до 10 штук было на откорме, и все было нормально. Здесь сколько-то? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, по-моему. Все правильно посчитал. Нормально. Да. Ну такие килограммчика. 2,5 есть, я думаю. Там кто меня смотрит, и сумму или ближайших сел. Кому надо, пишите на развод. Кролики провакцинированы. Кролики хорошие. Есть у меня непильные поилки, ребят, не знаю, дойдут руки в этом году, нет. Подцепить их немножко бы упростило процесс обслуживания их. Здесь тоже кучка на откорме, тоже такие все. Такие есть хорошие, упитанные. Тоже еще сидят. Да, возможно, когда через месяцок начну тех убирать и постепенно каждые 2 недели буду отбрасывать, прогонять через весы, то есть крупных убирать, а те, что поменьше, будут еще подрастать. Да, кролики. Все найдет много, кто помнит, у меня вот там куча была, осталось чуть-чуть. Ну и количество кроликов приличное.
это гвоздик. Это мадама, ребят, я не помню, то ли прохолостила, я ее сейчас пробую еще распустить. Ей кровица 18-го, сегодня уже 20-е, и ничего не происходит. Так что надо будет, да, можем сейчас сразу и бросить, если поймаю. Открою клетку. Может, она прохолостила, а может, это не, вроде бы крупная, вы знаете. Она аккуратненько. Сейчас вот так вот она лежит. Прыгает. Ну, ребят, есть садка. Значит, прохолостила. Значит, эту 18 зачеркиваем и пишем 20.07. Снимаю 7 июля. Пускай побегает. Водичку надо отставить, чтобы она им не мешала делать свои коварные дела. Так, идем дальше. Здесь же по моей крупной крольчата. У нее был самый последний выводок, поэтому они самые поменьше. Ну, тоже хорошенькие. Так что все нормально. Растут. До них тоже очередь дойдет. Да, малышня? Идем дальше. Ой, маленький вылез, маленький вылез. Ты чего вылез? Оп, туда иди. Здесь, кто помнит, был акрол один день. Тихо. Куда мы бежим? Куда бежим? Ох, блин, что творят. Тихо. И надо куда-то бежать. Сколько их, если правильно считаю? Раз, два. Попробую посчитать, когда они бегают. Все, успокоились. Все, ладно, закрываем. Ну, молодец, блин. Выпал. Бежит, еще не соображает, куда бежит. Все. Так, и здесь лежит на маточнике. Моя серая. Вот такая, ту, которую я поменял у соседа. Пусть мне сереньких кроликов. Ты. Оп. Маточник стоял, потому что здесь была другая крольчиха. Да? Привет. Такая крупная, рыженькая. Пускай будет. Хочется рыжих кроликов. И, ребят, последний здесь сидит. Моей старой деревянной клеточки. Тоже на откорме. Мне не мешает. Это уже все равно, чтобы из одного кролика соседа не звать, убирать. Пускай побудет. А тогда уже прицепом пойдет. Ну, вот такие дела. Все, ребят. Кролик пока позвал, все нормально. Всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока.